Специалисты Рособорнадзора уже обработали около 3000 звонков с вопросами о ЕГЭ-2016. Сотрудники горячей линии не только отвечают на интересующие вопросы по содержанию и организации госэкзамена, часто им приходится выслушивать жалобы, оказывая тем самым своеобразную психологическую помощь. Горячая линия была организована для информационной поддержки выпускников школ, их родителей, а также специалистов региональных центров. Призвана оперативно реагировать на сигналы участников экзамена, школьников, выпускников разных лет, родителей и опекунов, ответственных лиц в центрах обработки информации и органах исполнительной власти. Региональные горячие линии созданы во всех субъектах России. В Приморском крае с понедельника по пятницу с 9 утра до 18:00 на все интересующие вопросы специалисты ответят по номеру 8-42-32-40-01-67. Также во время экзаменов с 9 до 18 по московскому времени работает телефон доверия к ЕГЭ. Все обращения по заданным темам будут рассматриваться лично руководителем Рособорнадзора Сергеем Кравцовым.